Елбасы Нурсултан Назарбаев на этой неделе примет участие в форуме «Один пояс, один путь» в Китае. Об этом стало известно на встрече с чрезвычайным полномочным послом Китайской Народной Республики в Казахстане Джаном Сяо. Нурсултан Назарбаев передал председателю Си Цзиньпиню слова благодарности за приглашение участвовать в форуме. Он отметил высокий уровень сложившихся отношений между двумя государствами и указал на перспективы их дальнейшего развития. «Один пояс, один путь» – это масштабное мероприятие с участием лидеров 37 стран. Первый президент Казахстана станет самым важным и почетным гостем мероприятия.